так как по основной профессии уже как бы не поработать мне, здоровье не позволяет. И пошел в биржу труда. Там предложили обучение тракториста. Я думаю, а почему бы нет? Детство мое связано с деревней, деревня на тракторе. Вот пошел учиться на трактор, прохожу обучение, скоро сдача экзамена. В дальнейшем будем работать. А где будете работать? А буду заниматься, ну, на тракторе лесозаготовкой. Ученики у нас выполняют несложные задания. Это постановка трактора в бокс, постановка трактора в бокс, агрегатированный с прицепом, разгон торможения, разворот в ограниченном пространстве, проезд, значит, регулированного перекрестка, переезда имитированного и остановка и трогание на подъеме. Мы как раз и хотим выстроить такую систему и работаем над тем, чтобы не просто, скажем так, дать профессию, чтобы эта профессия была востребована, не буду скрывать, и хорошо оплачиваема, и, наверное, позволила человеку чувствовать себя абсолютно комфортно и уютно по возвращению в мирную жизнь.